Всем привет, с вами Александр Навасов, это седьмой шериф, и сегодня мы проходим эту карту, я буду играть на плеере, здесь ничего нет, ни одного оружия, потому что, ну, сложнее карты становятся как-то так. Так, ладно, начинаю, поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну а я начинаю проходить, это плеер. Так, мы с радостью, конечно, остановились на крыше, ну не на крыше, на горе, во. И все, что нам надо делать, это вот сейчас делать такие дела. Сейчас. Мы сейчас будем сливать. Так, это что такое? Это не то. Выбираем самую нормальную, так вот такую, да. Выбираем нормальную, хорошую такую эту винтовку. Бежим сюда. Здесь у нас есть патроны. Берем раз. Сейчас еще раз появится. Вот, еще берем. И берем гранатомет. РПГ. Так, все. И еще, возможно, можно взять тут. Тут можно брать до 6, походу. Так как у меня тут все прокачано. У нас есть патроны. Оставляем пока что их здесь, потому что они нам пригодятся. Не знаю для чего, но они нам пригодятся, думаю. Все, думаю, все. Мы уже набрали 6 гранат. Идем сюда. Опять запрыгиваем по горе. Запрыгиваем сюда. И теперь делаем вот так. Здесь у нас такая интересная карта. У нас здесь есть еще один спаун. Если вы играете вдвоем, то ваш тиммейт спавнится вот тут, в этой фигне. Но так как тиммейта нету, поэтому... Спавниться тут некому, поэтому так вот. Сливаем сразу первую эту штучку. Она еще хрен сольется. Во, все нормально. Слили мы первую эту, тут вторая. В принципе, можно было... Вот, все, слили мы ее. Так, третью. Как слить третью? Третью, в принципе, слить вообще невозможно, потому что она тут не показывается, но... Показываю секрет этой карты. Берете РПГ. Нацеливайтесь. Раз, стреляет. Ну и, ну, тут попадет, не попадет. Если попадет с первого раза, то вообще идеально. Нет, не попадет. Еще раз, значит, стреляем. Тут у нас патроны есть. Они респавнятся, так что попыток у нас здесь, ну, безграничных вообще. Вот, все, мы слили. Сигнализация отключена. В принципе, как-то так. Но я еще раз стрельнул. В принципе, можно их здесь сливать, потому что... Я не знаю смысла здесь вообще. Ну, в принципе, можно. Можно сделать вот так вот еще. Да, в домик пальну. И вот сюда куда-нибудь. Вот в эту штучку. О, я кого-то завалил. Круто. И в эту бочку. Все, найс. Патроны у нас есть. РПГ есть. Все. Раз патроны есть, значит, мы можем спускаться. Спускаемся вниз, но осторожно. Осторожно спускаемся, чтобы нас не перекинуло назад. Прям вообще. Осторожно, чтобы не упасть. И нормально спуститься. Скатываемся с горки. Ну, блин, ладно. Хотя бы так. И бежим сюда. Забежал сюда. Все, мы на карте. То есть... Сигнализации нету. Если вы заспанились здесь, то вам будет сложнее здесь играть. Потому что, ну, сложнее. Ну, здесь. Ну, как вы сольете все это? Сложно. Так, добираемся до сюда. Тут, в принципе, должно быть все просто. Берем нашу штучку. Игрушку. Стреляем, взрываем эту штуку. Перезаряжаюсь, беру автомат. Автомат, говорю. У нас даже есть песня. Берем пистолет. Так. Пистолет есть. Минус один. Так, они выбежали искать меня, но... А, в смысле ты меня заметил? Лоу. А ты попробуй меня убить.
умным. А я такую просто схватил много. У меня есть патроны для всего, и у меня даже гранатки есть. Мне даже РПГ как бы не надо, так что буду использовать РПГ. Приехали на машине. Окей, все, убили. Больше никого не было. Делаем так. Все, то есть нормальная такая свободная карта, где вы можете где-то спрятаться, поубивать кого-то. То есть тут вам не говорят, что вы должны что-то уничтожить. Ранили кого-то, молодцы, все, надо вот так вот сделал. Ждем. Будьте начеку! Тебе будет больно! Отлетел. 4 осталось. Так, 4 патрона осталось. А, ну у меня немного не получается. Ладно. Тоже нормально. Тебе конец. Главное, чтобы в автомате были патроны. Потому что изначально патроны здесь вообще нет. Минус 1. У нас есть даже здесь винтовка еще одна с патронами. А, не убил, нет? В смысле? Калаш есть. У нас есть здесь калаш. Валяются калаши. Тут у нас есть огнемет, ружье. Но это нам не надо. Мы здесь есть такой. Винтовкой справимся, я думаю. Так, у меня здесь что есть? У меня только... Ой-ой-ой. Нет, не взорвал, в смысле, блин. Лол. Это минус, конечно, это минус. В смысле, у меня же гранатки были, лол. У меня же гранатки были. Вот они, гранатки, наконец-то. Давайте. Динамитом их кидаем. Меня кто-то взрывать начал. Добираемся до сюда. Здесь у нас есть аптечка. Так, нужно взорвать эту штуку. Чтобы узнать, может кто-то здесь сидит. Никто не сидит, окей. Говорю, здесь надо играть именно с тиммейтом, чтобы он вам вас прикрывал здесь как-нибудь. Погнали сюда. Боже, эту штуку можно взорвать. Мне тут нафиг не нужна. Можно забраться сюда. В окно разбитое. Побегать по этому отелю. Но здесь ничего, наверное, нету. Здесь даже искать ничего не надо. Но выходить так не надо лучше. Давай лучше так спрыгну. Так, по-тихому выйду. И вот из-за чего я стрелял в этот дом. Заходим в дом. Слышите? Слышите? Ага. Смотрите, что делаем. Пойдешь на корм стервятникам. Оп. Он какой-то очень нулевой. Он вообще, ну, вообще ничего не делает. Так, у нас есть... пистолет. В принципе, можно или гранатку, или... Ну, давайте вот это возьмем. Я хочу с этого поиграть. Хочется. Хочется поиграть именно с такой брошкой. Но, наверное, не выйдет. А может, выйдет. Так, в магазине что у нас есть? Ничего. Опять же. Ничего нет. Ничего здесь нету. Ну все, я найду тебя. А уже туда. А я сейчас тебя игрушкой. Больно!
Тут такая еще фигня красивая, она всем выдается, да, вот. Огнемет этот. Крутой. Так, остается у нас еще несколько врагов. Погнали валить их. Берем снайперку, если это возможно. Раз. Так. Идем в кусты войти. Берем здесь гранату. Кидаем гранату, спрячемся сюда. Взорвали мы там все. Все, найс. Мы всех уничтожили, в принципе. Он в этой фигне. Я отсюда, наверное, не доброшу. Хотя хрен его знает, может доброшу. Ну, не доброшу. Давай с тобой сыграем. Умники самые тут играют. Его я, конечно, вообще. Все. Я лучший! Нет! В смысле? Вот, наконец-то. Отлетел же челик у нас, все. Последний враг остался. Последний враг, это вот этот челик. Его тоже, в принципе, можно вот так вот нашей игрушкой вот так вот подзорвать. Все, всем пока, ребят, наверное. Спасибо за просмотр. Ура!